Малый бизнес приглашают к активному сотрудничеству на площадке предприятия «Экран». Предприниматели побывали на производстве и вместе с руководством обсудили актуальные вопросы кооперации. У завода уже богатый опыт сотрудничества с небольшими смежными компаниями. Есть как несколько образовавшихся дочерних фирм, так и почти 200 арендаторов, которые используют инфраструктуру завода для работы. Сейчас технологический парк открыт для взаимодействия с новыми компаниями. Кооперироваться с крупными промышленниками предпринимателям готовы помочь и городские власти. На подобных встречах сотрудники профильного комитета выясняют, как наладить диалог между предпринимателями и бизнесменами. Я думаю, сегодняшнее общение будет весьма полезным. Значит, мы с большим удовольствием послушаем там, как бы, ваши предложения. Вот, и, соответственно, вместе с департаментом промышленности, значит, мэрии города Новосибирска, значит, возьмем их на вооружение.